Группа молодых людей гостила у родственницы. Живет она в старом деревянном доме. Дом, что интересно, стоит на родовом месте, где были еще избы дедов и прадедов семьи. Вся компания утром собиралась в церковь, находящуюся в соседнем городишке. Вставать им надо было рано, еще затемно. Пока поднимутся, пока соберутся, пока доедут. Все уже не спали. Но так неохота было покидать теплые постели. Лежали, переговаривались. И вдруг снизу в пол явственный стук. Несколько раз. Звук такой, как бывает, когда костяшками пальцев стучат в доски. А тетка так буднично, как будто кто там, кричит. «Да не сплю я, не сплю. Сейчас стою». На вопрос, что это за стук и к кому она обращалась, также спокойно отвечает. «Да предки же, мертвые наши, волнуются, что в храм опоздаю, не помяну их. А собственно из-под пола ты стучать некому. Нет туда хода никому, кроме мышей до да кота. А они в потолок стучать не умеют, у них лапки. У молодежи мороз по коже, а тетушка и говорит: Ну и что тут такого? Бывает, плохого же они нам ничего не делают, только напоминают. Про одну женщину с ее слов односельчане знают, что ходит к ней мертвый сын подросток. Погиб он случайно и трагически. Лошадь чего-то испугалась, взбрыкнула и попала ему копытом прямо в висок, когда он наклонился. Мать плакала, тосковала по любимцу. Это то ли не дает мертвому окончательно уйти, то ли притягивает потустороннюю сущность, принимающую образ усопшего. Встает эта женщина рано утром, идет доить корову, и сын частенько приходит в хлев, Становится в дверях и, прислонившись к косяку, смотрит. Не говорит, не приближается, а просто наблюдает. В другое время и другим родственникам не показывается. Женщина поначалу боялась, а потом привыкла и даже начала находить некую отраду в этих безмолвных свиданиях. А вот соседям жутковато осознавать, что там, за забором, может быть, стоит неживой мальчик. Случилось это в послевоенное время. У одной вдовы умерла дочь, молодая девушка. Причиной стал варварский подпольный аборт. В то время подобные операции запрещались законом. Мужчин было мало, просто демографическая катастрофа. Многие романы браком никак не могли закончиться. Да и мораль была другой. Не все решались на рождение без отцовщины. Вот девушка и отправилась к бабке на домнице. Итог большая кровопотеря и сепсис. Безутешная вдова не могла смириться со смертью единственного чада, рыдала и выкликала дочку. И та стала приходить по ночам, общаться с матерью. Этот случай был классическим. Соседи видели огненного змея на фоне ночного неба. Он появлялся после полуночи, через трубу влетал во вдовий дом. И там принимал облик покойницы, удалялся тем же путем с третьими петухами. Хотя народная мудрость и выработала метод борьбы с подобными инфернальными гостями, но он требовал от жертвы участия в обряде. А вдова не хотела терять даже такую призрачную связь с усопшей. От изгнания Летуна отказалась. И как следствие на этом свете не зажилась. Стала чахнуть и вскоре отправилась вслед за доченькой. Городская жительница навещала родню, проезжая из деревни в деревню, от одной седьмой воды на киселе к другой, передавая приветы и подарки. По чьей-то просьбе заехала к одной старой, но крепкой и бодрой бабуське. Что-то ей просили передать с Аказией. Бабка гости была едва знакома родство дальнее да и чего его считать? Так половину округи в родню присчитаешь. Но бабка неожиданно обрадовалась, начала зазывать в дом, приглашать к столу. Наша дама почему-то чувствовала себя неуютно, под благовидным предлогом отказывалась, а чем больше отказывалась, тем настойчивее было приглашение, и даже явственно в бабкином голосе чувствовалось раздражение. Наконец, одну из причин навязчивая хозяйка сочла правдоподобной, но настояла на хоть каком-нибудь угощении, дескать, иначе от людей стыдно и не по-людски и вынесла граненый стакан домашнего темного кваса. Стакан чистый, квас вроде свежий, но от угощения повеяло тухлятиной, стоялой водой и разложением органики. Не пить – обидишь, а пить невозможно. Тошнотный комок подкатывает горло. И дама нашла выход. Украдкой нажала кнопку автобрелка в кармане. Машина запеликала, собака всполошилась, а бабка отвернулась на шум а гостья резко выхлестнула квас через плечо в подзаборные лопухи, поблагодарила за вкусное угощение и уехала. Дома рассказала о теплой встрече, а родня разволновалась. Оказалось, что бабка эта очень нехорошая, и молва приписывает ей страшные дела. Говорят, она в своей бане растит в банках, наполненных всякой дренью, какое-то нечто, и хитростью подселяет в людей что после ее угощения, например, почетная мать семейства, вопреки своей воле, в самый неподходящий момент мужским басом орет матерные частушки, а на вопрос «Кто ты?» представляется Гаврилой. И вывести такого квартиранта, ох, как непросто. История, может, и не мистическая, но оставшаяся без объяснения. Край там лесной, но нельзя сказать, чтобы глухомань непролазная. Леса вокруг давно уже рукотворные, в свое время высажены взамен вырубаемых деловых деревьев. Все разбито на делянке, периодически инспектируется, работают сборщики сосновой живицы, на полянах и просеках косят сено. Там же местные жители промышляют тихой охотой и сбором грибов. И вот в таком хоженом перехоженном лесу, сухом, чистом, без рек, болот и оврагов пропали две бабки пропали независимо друг от друга, но обе бесследно. Бесследно в прямом смысле слова. От обеих не осталось никакого материального следа. Если предположить, что они стали жертвой какого-то зверя, а последнего волка там видели в 60-е годы прошлого века, то сотрудники лесхоза или многочисленные грибники обязательно бы нашли ивовую кошелку, обрывок одежды, галошу с шерстяным носком. Но ну, хоть что-то да должно остаться, но не осталось. Заблудиться коренные жительницы не могли, да и негде там блуждать. В какую сторону не иди, рано или поздно выйдешь к дороге или к жилью. Криминальными историями те места тоже не славятся. Да и кому интересны старые женщины, у которых из материальных ценностей только корзины, да одежда в стиле что-похуже. Так и не нашли их. А со времени этих двух происшествий никто больше в лесу не пропадал. В том же лесу с одной дачницей произошло непонятное. Есть там большая поляна. Земля заросла белесыми лишайниками, сухо похрустывающими под ногами. По поляне разбросаны небольшие круглые, шириной метр полтора, крутинки. В центре каждой одна-две молодые тоненькие березки, Вокруг ствола невысокий и не густой кустарник. Дачница пришла в лес по грибы. В процессе сбора отбилась от своей большой шумной компании, но слегка слышала голоса, видела мелькающие среди деревьев фигуры. Подошла к одной из куртин, намереваясь пошарить в траве. И оттуда из кустов раздалось грозное предостерегающее сопение. Оно было таким, что существо, его издававшее, должно бы быть крупным и иметь мощные легкие. Из всего услышанного за всю свою жизнь по силе эти звуки женщина могла сравнить, разве что с тяжелым вздохом коровы. Наша героиня сначала оторопела, а потом вежливо прошептала: Извините, пяти спиной медленно отошла на несколько метров, а затем пропустила так, как не бегала даже в детстве. Потом, конечно, попыталась узнать у местных, кто бы мог ее напугать. Ей были предложены целых два варианта – ежик и медведь. Возможно, еж и умеет так впечатляюще пыхтеть. Но даже встав на задние лапки, он едва ли достигнет четверти метра, а сердитое сопение раздавалось приблизительно с высоты человеческого роста. Версия с медведем тоже не подходила. Во-первых, медведей в округе давным-давно не водилось. А во-вторых, не спрятался бы Мишка на таком куцем пятачке. Над женщиной, как водится, посмеялись. Выслушала она не раз и пословицу «У страха глаза великие». Но до сих пор утверждает, что на маленьком участке прозрачного кустарника кто-то сопел, как могучее существо, и совершенно не был виден. Одна женщина, человек населения последний, местная начальница, и ее дочка, девица на выданье, вдруг обнаружили у себя в волосах отвратительных насекомых. То есть вчера их не было, а сегодня вот они, копошатся. Дамы были просто в шоке. Они домашние, чистоплотные, ухоженные, и вдруг такая мерзость. Гигиенические процедуры приносили лишь временное облегчение. Мать, женщина суеверная, заподозрила в напасти колдовской след и обратилась к знакомой шепталке. Та подтвердила, да, паразиты непростые, сделанные. И проблема в дочери. На ее жениха имела виды другая девушка и была отвергнута. Она и обратилась за помощью в конкурирующую организацию. А к кому именно, станет ясно сразу после проведения обряда. Бабка дала какие-то травки, отваром которых надо было вымыть головы. И научила, как вести себя с той, которая непременно явится и будет просить что-то взаймы. Как известно, давать ни в коем случае ничего нельзя, и пускать в дом тоже. Так все и получилось. Травяное ополаскивание помогло смыть паразитов, рецидивов потом не было, а в дверь начала стучаться давняя приятельница матери. Ей, шитьем никогда не увлекавшейся, экстренно и до зарезу понадобились нитки. А одна деревенская бабенка, что называется непутевая, пьющая и гулящая, возвращалась домой за полночь. И попалась ей на одной из улиц села развеселая компания. У свадеб бывает такой этап, когда вся обязательная программа выполнена, все съедено выпито, хозяева смертельно устали, а молодые удалились в спальню для главного действия – вскрытия подарочных конвертов и подсчета их содержимого. Но часть гостей не унимается, душа требует продолжения праздника. И бродят они до утра по округе, тревожим мирных обывателей и дворовых собак взрывами хохота. Вот с таким осколком свадебного гуляния наша героиня и встретилась. И вроде даже узнала кого-то из знакомых и даже вспомнила, что именно они празднуют. Люди радостно орали под баян, приплясывали и притоптывали, двигаясь по дороге. Баба сразу влилась в веселье, тоже пела и приплясывала. Но поскольку с утра была в подпитии, на ногах держалась нетвердо и споткнулась. А споткнувшись, в досаде упомянула имя Божье. Упомянула автоматически. С тем же успехом могла бы сказать и просто «блин» или вообще мотекнуться. Но она сказала «О Господи». А вот эффект от случайного слова был разительный. В секунду исчезли и певцы, и плесуны, и баянист. Все. Очутилась баба, одна одинешенька в чистом поле, в полукилометре от околицы. Ребятки, если вам понравилась страшилка, то поставьте пожалуйста лайк. Я надеюсь вам будет не сложно, а мне приятно. Спасибо.